Авария произошла 11 марта около 20:00 на автодороге Анапская-Гастагаевская. На промежутке в 1 километр между воинской частью и цехом по производству стройматериалов водитель сбил двух пешеходов. Один скончался на месте, другой находится в больнице. Водитель с места ДТП скрылся. Автомобиль предположительно серебристого цвета, марка ВАЗ-2114 или 2113. Просим граждан, которые имеют какую-либо информацию о происшествии, а также имеющие видеорегистраторы в своих автомобилях, и на них имеется какая-то информация для раскрытия данного преступления, связаться с дежурной частью роты ДПС Анапа по телефону 330-02.